Всем привет, с вами детский интернет-магазин Карапузов.com.ua. Меня зовут Грицкив Самир, и в этом видео я хочу вам рассказать о новинке от польского бренда Verdi, модель Mirage. Verdi Mirage – это компактная и легкая коляска со своими функциональными изюминками, а также стильным и аккуратным дизайном. Вес рамы с люлькой 14,8 кг, высота 116 см, длина 99 см и ширина 60 см. Помимо серой расцветки, у модели есть также и другие варианты, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте karapuzov.com.ua. А теперь давайте подробнее разберемся во всех деталях коляски. Пошив люльки практически полностью состоит из эко-кожи, и лишь ее основание обтянуто тканью. Капюшон плотно прилегает к основе, и по всему периметру пристегнут липучками. Регулируется по высоте в нескольких положениях с помощью кнопок внутри. Есть удобная ручка для переноски, козырек с жесткой основой для поддержания красивой формы. У основания капюшона под молнией спрятана москитная сетка. Расстегнув молнию, капюшон можно опустить еще на одно деление, что дает дополнительную защиту от солнечных лучей. Чехол плотно прилегает к основе, нет продуваемых щелей, с бортом для дополнительной защиты от ветра, пристегивается к основе кнопками снаружи и магнитными кнопками изнутри. На чехле есть отворот. Внутри хлопковая обивка, легко снимается для стирки при температуре 30 градусов. Комплектуется поролоновым матрасиком, размеры спального места 73 на 36 сантиметров. Подголовник регулируется внешним вентилем. Благодаря удобным механизмам отсоединяется от рамы одним нажатием и устанавливается в обоих направлениях. Точно так же, как и прогулочный блок. Капюшон прогулочного блока регулируется по высоте, и у него также есть дополнительная вставка с москитной сеткой. Размеры спального места 90 на 30 см. Комплектуется дополнительным матрасиком, пятиточечными ремнями безопасности с мягкими накладками, ручкой малыша, которую можно регулировать по высоте, с перемычкой для защиты от сползания. Подножка пластиковая с кожаной накладкой и опорой для ножек. Регулируется по высоте от вертикального до горизонтального положения. Точно так же, как и спинка. Прогулочный блок комплектуется теплым чехлом на ножке. Рама алюминиевая, ручка кожаная, регулируется по высоте в любом удобном положении. У коляски отличная амортизация, благодаря правильно расположенному центру тяжести, в ней можно плавно укачивать малыша, задействуя только боковые амортизаторы, либо без особых усилий поднять ее перед бордюром или другим препятствием, задействуя нижние амортизаторы. Таким образом, значительно уменьшается нагрузка при пользовании коляской. Это очень важно, особенно для хрупких и нежных мамочек. Жесткость боковых амортизаторов можно регулировать. Колеса гелевые, состоят из плотного материала, поэтому им не страшны проколы и их никогда не нужно подкачивать. Легко снимаются для транспортировки или ухода за ними. Передние колеса поворотные, с возможностью фиксации прямо. Система торможения с удобной педалькой в виде качельки, а также закрытая корзина для покупок. Рама легко и компактно складывается с помощью рычагов по бокам. Также легко раму можно разложить. В комплектацию входит сумочка для мамы, универсальный дождевик, москитный чехол в люльку и подстаканник. Это был обзор универсальной коляски 2 в 1 Verdi Mirage. Очень лаконичная и удобная модель. С ней вам будет легко и комфортно в любой ситуации. И если это как раз то, что вам нужно, то прямо сейчас переходите на наш сайт и заказывайте ее в любую точку Украины. А с вами был детский интернет-магазин Карапузов.com.ua. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые полезные видео. Я желаю вам никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч, пока!